Эстафета огня Всемирной зимней универсиады 2019 дошла до Казани, где ее встретили в главном здании КФУ. Из города в город огонь универсиады путешествует в специальной транспортной колбе для хранения и транспортировки материнского огня, зажженного в Турине, в сопровождении хранителей огня. На встрече присутствовал первый проректор КФУ Рияз Минзарипов. Эстафета огня, которая пройдет по всей нашей стране, сегодня пришла в Казань. И она сразу, в первую очередь, вошла в Казанский университет. Это символично, я уже сказал, потому что университет – это студентский спорт. Это то, что спорт университета, университетский, а у нас в университете спортивные достижения и спортивная работа поставлена на очень высокий уровень. 10 ноября огонь по улицам столицы Татарстана пронесут 25 факелоносцев, которые пробегут мимо известных достопримечательностей. На финише будет присутствовать президент Республики Татарстан, губернатор Красноярского края. Но огонь самой эстафеты понесут факелоносцы, которые выбраны из числа жителей города Казани. На наш взгляд, организаторов этого мероприятия, мне кажется, было самым главным предоставить право принести огонь именно жителям того города, на территории которого мы проводим мероприятие. Завершится эстафета огня 1 марта 2019 года в Красноярске. И уже на следующий день, 2 марта, начнется церемония торжественного открытия 29-й Всемирной зимней универсиады 2019 года. Денис Панкратов, Зуфар Галимов, Виолетта Басова, Универньюз.